13-го по Рифею только что без 15:08 объявляют, что сейчас начнется зарядка в это. Вот я живу тут напротив, бегом-бегом, пришла тут люди, но зарядки нет. Вместо красивого и бодрого сюжета о здоровом образе жизни – материал с расстроенными и опечаленными энтузиастами. С 13 мая здесь, в сквере Розалии Землячки, жителям Мотовилихи пообещали 3 раза в неделю проводить бесплатные утренние зарядки. Однако тренер-инструктор не приехал ни в понедельник, ни в среду. При этом никто заранее людей не предупредил. Почему не состоялось? Потому что не пришел тренер и через кого-то передал, что... Он, ну, то ли не доехал, то ли по семейным, да, что я так поняла, что с дачи не приехал. В итоге опять стоим в том же составе, а зарядки нет. Я с детьми пришла, чтобы с утра во вторую смену они были немножко уже и прогулялись, и позанимались. Ну, это неприятно, конечно. Бежишь воодушевленный такой, радостный, думаешь, сейчас позанимаешься, чтобы зарядиться, и приходишь такое, ну, как-то неприятно это все-таки. Вышла небольшая накладка с тренерским составом, приносят извинения организаторы спортивного проекта, отдел по физической культуре и спорту администрации Мотовилихинского района. Зарядка будет, но в другие дни. Зарядки будут проходить также в 8 утра с 8 до 8.40. Понедельник, четверг, пятница. В ближайшее время везде информацию направим, обновим расписание и на сайте города, и во всех соцсетях. Зарядки быть. Собравшиеся в среду пермяки не стали отчаиваться и провели физкульт-разминку самостоятельно.